Так, камера мотор. Всем доброе утро. Так, что, давайте покормим всю эту губкомпанию. Он настругал им креветки. Сейчас сделаю фоточку, вот так вот кадрик на заставочку, чтобы была. Как мне показывают там YouTube, вот такая картинка красивая, короче. Опа, манит людей. Не пиво, это кочегар, там манит людей вода. Что, Валерчик уже тут блюхает. Смотрите, настругал креветки, у них сегодня праздник. Ну, сейчас походу вам расскажу, покажу, что тут к чему. Он уже, гляньте, лёлики. Лёлики голодные. Все уже голодные, уже ждут хавать. Ну, пошли к гипопотамам. Пеппа, в принципе, уже накормлена, ну, пошли, нас посмотрим на неё. Да, она уже накормлена. Я только что тут помыл нож, руки сполоснул, пока резал кривендосов. Вот эту что всю смесь. Это сырая креветка. Ну, сейчас креветки поедят. В принципе, они тоже не голодные. Ну, Пеппа уже тут сразу же. Она, я только пальцы креветку почувствовал. Она тут бегом. В общем, все, хай хавают. Муть она дает, ну так как. Зато потом, зачем-то фильтра у меня стоят в каждом. Голова и аэролифт. Ага, бобики, ну шо вы? Глянь, у вас сегодня прямо праздник. Так вот это делаем. Вот так вот, чтобы было видно поближе. Берем вот такой кусочек. Ты видишь уже, ты, Боба? Что собака, вы видели криворотый первый? Боба, а что-то ты такой, глянь. На, второй. Бля, снова криворотый. Опа! Хватнул. Да, вкусняшки, конечно. На, смотри, вот. Ты жуешь. Бля, этот вместе, смотри. Залотнул вместе с куском этого самого. Выплюнь. На, друг. Бля. Ты что ты криворотый? Куда тебе лезет? Валиснерия во рту. Ты что ты, гусь какой? А что такое? Что ты обиделся, блядь? На. Вот так. Правильно, мальчик, кушай. Бульк-бульк. Так, они ее хавают ням-ням. Свежая креветка. Помытая. И на блендере. Так, о, бульбы-бульбы. Блин, камера не успела. Ну, вот это сейчас, то это, что все разлетелось, тут сейчас похавают и мешка жайберные повылазят. Тут сейчас, надо поправить телефон. Сейчас повылазят усе тут. Блин, надо было другой рукой начинать кормить. Левой рукой неудобно мне держать, неудобняк телефон. Ну, вот так вот сделаем. Вон, сразу степанида вылезла. Телепухи что-то тоже перепало. Так, а ну что ты, дружок, ты еще будешь? На, мальчик. На, мой хороший. Самый хороший. Посмотри. Криворотая голова. Самая голодная. Они сейчас половину вот этого съедят. Мальчик, а что ты обиженный? Иди сюда. Давай. Давай, топи сюда. Кормушки. На, вот, во. Все, умничка. Этот не дается гладить. Вот этот дается гладить. Но это надо мне сейчас покровку открывать. Это сейчас целый процесс. Можно. Бобика вот этого можно. Дается он гладить. Люся что-то харкается. Что ты харкаешь? Глотай. Так, все. Следующий, сказал заведующий. Эти как раз тут сейчас подбирают. Сейчас будем, конечно, свет погасить. А потом мы придем глянем. Сейчас, может, и Пладида Расина вылезет. Вместе с Кулей. Да, Пладида Расина может появиться сейчас. Сейчас пока эти поглотают, поедят. Ну что вы, лёлики? Болики. Так, что у меня сегодня? У меня сегодня приплод, во-первых. Вот тут же, помните, с утра у меня стояла там нерестовичок. 21 меченосец. Уже они там живут. Значит, тут быстренько включили, посмотрели и выключили. Чтоб не мешать процессу. Тут уже было два малька. Вот я отсюда вижу одного, вон второго.
третьего, четвертого, пятого, yes, of course. Я подмену сделал. Эта пицелюшка рожает, но она еще в процессе. Все, выключаем свет, хай рожает. Все, заиргут. Самое главное, что не прозевал. Поменял воду тут, им хорошее покупное добавил. Она двоих родила и сидела. Все, двое. Думаю, ну-ка я сейчас на ее судьбу попробую надурить. Ну все, сделал подменку, и они родили. О, и помаранчевому даже, кстати, перепала кривендоса. Он сидел вот тут вот. Я ему туда кинул кусочек, ну все, он похавал. А, видите, он даже остался кусочек, не все, он доел. Он поел, что, водички попей? Пойди, конечно, опустись, водички попей. Вот тут воду поменял. Ну, этим еще курицам поменял воды. Вон там креветки кусок плавает. Надо его... Ну, это сидит. Ну, надеюсь, сегодня-завтра даст. Задолбала брехуха такая. Но зато вместо нее другая молодая. Ну, я честно говорю, я еще вчера на нее обратил внимание. Думаю, ля, маленькая такая толстенькая. В общем, малолетка дала 21 штучку. Ай, вот эта кобыла сидит. Я же говорю, должна вот рожать уже. Тоже подменил ей водичку. Сидит и все. Ну вот сидит, что ей надо? Шоколада тебе бросить сюда кусок или что? Так. Покровочку отодвигаем. Сюда надо рыголистника бросить. Вот сюда рыголистника кину я. Чтоб все-таки малые сохранялись. Но надо будет аккуратненько его... Наверное, может вот эту отстреляется. И вот этот рыголистник я брошу сюда. Этот рыголистник был в этом аквариумчике. Так, что, поехали дальше. Валерчик, настало твое время, Валера. Только не тупи, я тебя прошу. Не промазывай. Блядь, левую руку, блядь, что мандраж в левой руке. А ну вот так вот. Так, короче. Сейчас. Что-то левая рука мандра. О! А ну кино. Ну, Валерчик, на. Валера, оп, промазал. Не, ну у тебя бывает такое косоглазие, наверное, друг. Взял и выплюнул. Ты что, голова? Бля, за палец бах меня. А? Бля, опять за палец, смотри. Смотри, видели, бля? Валера, ну что ты, брат? Скажи, что ты меня дуришь? На. Блин, вы не увидели, да? Ну, он бабек, и все равно сейчас валерьяна хованет. Бля, он почувствовал. Ой, я ж смотрю туда, в камеру не смотрю, надо... Кусок упал, чтобы не раздавить. Валера, на. Валера. Вот это так хорошо. Молодец, Валерчик. Так, ну все, тоже тут воду намутили. Таракан вылез. Закрываем. Хорош. Куски мелкие пособирают. Сейчас должен птеродактиль, по идее, выйти. Завтра, может, я не знаю, завтра, может, стрим закатаем. Потому что надо воду тут поменять и тут поменять. Еще купить две бадьи воды. Потому что моей не хватит. Вот упал кусочек. Что, давай сюда и дадим этим. Эти еще не жрали кивендос. Да эти уже слоны хавают все подряд. Эти уже слоны жрут всего. Этих уже гурамоков можно сюда. Только, наверное, вот этих надо всех выловить старшуков наверх. А потом уже заселять уже снова шестигранник. И ставить. Все-таки же я надеюсь, что на этих выходных я хочу все-таки склеить баночку. Так, есть кусочек, ушел сюда. Ну, давай, сейчас тут погашу свет, чтобы оно отблесков не было. Вот, воду намутило, ну ничего, лифты справятся. Посмотрите, как они их лушпенят, ля. Так и сомики, ля, как подтягиваются тут хорошо. Ну, пошли нормально. Вот этим кренделям я дам циклопа. Потому что креветка не хочу, я воду им тут мутить. Чуть-чуть снова сегодня просифонил. Так, пошли заглянем туда. Пошли заглянем вот сюда. Так, что у нас тут? Корм поели, все. Уже похавали, все. Ну, нате вам кривендосов тоже. Чуть-чуть. Кстати, я порезался вот так вот. Начал чуть я покровку. Где-то там какая-то сторона не отшлифована, с той стороны. Нате вам тоже. Раздолбаете. А сейчас можно ими помпочку вообще-то включить. Сейчас они посмотрим, как они сейчас их похавают. Тут тоже пара выводков мечей. Кобыла. Ты вот она. Я думал, тебя выловил я отсюда. Ах ты, курва.
черная вот эта. Надо же выловить сразу. А пицилька, гляньте, хвостик уже краснеет. Блин, надо вот эту собаку отсюда выловить. Вот это она мне самых мелких упырей и похавала. Я думаю, блин, где делись гупешки? Я сюда гупех столько набросал. А ты, сука, ныкалась тут где-то, да? Видео 18+. Не 18+, а не для детей. Потому что ненормативная лексика иногда у нас выходит. Хочешь, не мы такие, жизнь такая. Так-с. Что тут мы, все? Включи, давай я сразу включу, наверное, помпорез. Возьми, поставь выключатель. Вот же есть разъем, да? Поставь же это выключатель, Викторович. Не. Потом. То некогда, то еще что-то. Так, потопили дальше. Что мы дальше? Третий этаж. Да. Вот я думаю завтра, кого поменять. Третий или второй? Или первый и третий? Ну, это я подумаю. Может, поменяем и то, и то. Я могу утром поменять сам шестигранник с утра раньше, с утра пораньше. Всю воду как раз у тебя свои 50 хлюпну сюда. А может, наверное, второй этаж, наверное, я утром поменяю. Как раз вода натечет до вечера. Через три фильтра и поменяем шестигранник. Так же, мы же еще шестигранник не кормили, не забыть же про них. Поехали. Дальше, кормим третий этаж. Ой, давно мы не кормили, там видос будет длинный. Кстати, не забываем, прожимаем лайк. Кому понравилось. Кому не понравилось, дис и отписываемся нахер. И дурные, тупые комментарии не оставляйте. Бы типа сосиски мне там оставила одна. Че он, че она. Че оно. Чего но, чего на. Непонятно, в общем. Вон, какая же. Кишка в тебе. Ну, не важно. Самый толстый, да? Что-то курики не хотят. У меня бабушка легла сегодня. Ё-моё, какая печалька. Бабушка ж... Всё, она уже плавала под верхом. Я её вчера руками вот так вот брал. Ну, сколько лет ей. Она мне сколько... Ой-ой-ой, она мне сколько молодец тут саму привела. Сколько денег. Ещё крохмальские самые это. Так, маловато будет. Я вот вижу по нишу, маловато будет. Вот я вам ещё... Да, у вас сегодня праздник вообще, лафа. Сразу видите руку, раз тут и помыл. А эти, посмотри, что тут творится, глянь. Глянь, что творится тут. Это ужас что какой-то. Так, поехали, нате вам. Слегонца. Носка. Вот так вот сразу, раз, 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 раз. И пошла. Жара. Ну пошла жара. Блин, на рыбалку хочу на днях съездить. Некуда, ё-моё, некуда, реально, некуда. Там высохло, там не присядешь нигде. И ловят только с кораблями там. И тут надо рыбу найти с эхолотом, под нос ей бросить. Друг друга пересыпают, крики, маты, матюки, уа! В общем, как-то так. Речка тоже высохла. А улитосы, ля какие, смотри, да? Ля какая улитка. Ля что творит? Улитку свернула как. Смотри, а что это, у них не шпилятся случайно, не? Что это они? А, нет, она... Полезла, ля, поверху погнали. Так, хватит вам тут, этим хватит. Вам тоже хватит, найдете, вы собираете. А тут мутняка наделали, валерчик. Ну ничего, там мочалка делает свое дело. Мочалка почистит. Следующие собаки. Вот эти у нас дикари. Пошла так вот вода в хату. Руками сейчас так вот наловить можно, жменю. Так вот поехали. Хаванули. Намутили пыли, хаванули. Ну, маловато будет. Я вижу, что, наверное, придется еще таблетосов добрасывать. Так, теперь вам, шельмы. А как же нам сделать? Вот так вот. Сдвинуть в сторону. И вот так вот. Раз. Порядок. А ну, что тут кубинки, кстати?
Ну, по ним же хер скажешь, беременная, не беременная. Ну вот это вроде как бы похоже. И в то же время хрен ее поймешь. Ты понимаешь? Включим Бошечку. Пусть она всю эту муть соберет. Всю эту муть соберет. И все, да босс дышок идет, идет. Так, топим дальше. Кто у нас следующий? Лянь, тут роется, все хорошо, тут быстренько. А тут я, конечно, намутил пылюки. Наделал нормально. Вот так вот. Знаете вам еще кусок. Знаете вам кусок. Они сейчас разорвут его, он не успеет упасть даже. Надо бросить просто куском, и все, они бы его разорвали. Как капля никотина лошадь. А хомяка вообще на части разрывает. Лобовушка тут уже грязная такая. Ну а что поделаешь. Так, дум-дум-дум, долбят. Самы, вы голодные? Пацаны голодные, по-любому. Наполнил же закрома. Так, сполоснули руку. Наполнил же снова закрома он таблетусами. Что, у нас остались вот эти крайние два аквариумчика, да? Тут гасим, нормально, все почистит. Тут внешний сейчас через 10 минут, тут вообще будет все фэншуй. Берем тут, включаем свет. Опа, шо вы, малые? Вон, там что, спирулину заедаете? Наполнил, я вот баночку оставил, как раз я... Да ёпта. Все. Оп, чтоб ее не смешивать, ее неудобно доставать. Сейчас вот этим сразу в угол надо змеям. Ну, улиткам, короче, спирулину хай похавают. Да и этим хай погоняют. Все равно будут хавать. Я знаю стопудово. Вот тут что-то ищут, что-то роют, смотри, что-то роют. Где моя Севилья? Я Севилью вижу только вечером, честно говоря. Я ее замечаю только... Что такое, лянь? Лохмадей меня увидел. Что такое, Лохмадей? Ты проснулся или что? Ты спал? А? Лохмадейчик, что ж так, что ты, дружбан? Ну что ты, пропустил, короче, весь пир, да, или что? Ты хоть что-то перекусил там, дружок? Ай, алла. Так, закинули. Сюда закинули, забираем миску. Тарелочку эту. Сейчас. Вот это мы дадим кайфануть. Вот этому аквариумчику. Они найдут сейчас. Я им, честно говоря, до этого им буквально за час до того, как начал все кормить, я им бросал таблетосов. О! Улитка, видите, какого гигантского размера? Просто огромная, неимоверный размер. Была брошена, когда они вот тут были, и она были со спичечной головкой. Я вообще удивляюсь, как ее тетрадон не сожрал. Честно говоря, я думал, ее тетрадон и схавает. Я забываю про него и вспоминаю, когда я его увижу. Ночью спит под верхом он, красавчик. Почему-то так. О, почувствовали они. Так. Сейчас, собачки. Да тут вроде тоже много рыбы. Смотрю, мало. Но они сейчас по аквариумам. Так, вот, ну, вот видите, заполнил, что я банку таблетосов. А то ж килограмм я. Когда нарыл. Так. И что тут мы имеем? Что мы имеем? Сюда сколько не дай. Сюда пару штук хлебом. Хлебом закусите. Валера, я смотрю, ты голоден, брат. Не доел? На. Нет, пропустил. Нет, ты слеповат. У тебя явно что-то со зрением не то. Дружаня, что-то ты сдаешь позиции. Так, вот сюда. По центру. Куда? Не, вот ваша еда. Такие же ляж с рук выбивают. Ну, самые первые собаки. Потому что вообще бесстрашная рыба. Малинезия — это просто бесстрашная рыба. Ну, пицилия, хоть одна попробуй. Ну, он какая-то, он тягает что-то панцирка. Кусочек.
Ну какие они красивенькие, да? Классненькие, классненькие. Ну вот когда они половозрелые станут, я себе отберу. Красных этих оставлю. Так, а ну чтоб там не прибил, никого не прибил. Да, они вообще не бздят, они вообще не боятся никого. Ну это молька, что говорить. А ну, подтянутся к ним. Вот эти все. Так, там же надо не забыть напойти. На бобиках. Глянуть. Платидорас. Ну, посмотри. Ну, не собаки. Пицилии. Ну, что же вы малые такие? Вы все зеваете вообще. Все кино пропускаете. Все вкусняхи сейчас вот похавают. Да, ну, конечно. Ну, куда? По сравнению с... Хотя Малинезия это же тоже пицилия. Это вообще пицилия на самом деле. Ну, из рода пицилий. Ну, хоть какой-то, хоть одной пицилюхи перепадет, интересно или нет. Не, это телефон получше снимает, да? Да по-любому однозначно. О, намутили пыли, ля. Так, а ну, чик. Ага, вот сюда, короче, я светильник новый поставлю. А может и в новый аквариум. Все-таки еще, надеюсь, на днях его склею. Ох, какой хороший, ля. Красивенький, да? Лупенчик. Ну, о, ну он одна малинка, но... Да, но им просто не достанется за вот этими... зверями. Они просто не успевают за ними. Ну, я смотрю, серую, значит, тоже не голодные. Что-то перепало. Они ж только пожрут, сразу серую. Вот это надо самых крупненьких отсюда рыбочек повылавливать. Пицелюх вот этих вот. Всех. Всех до единой. Хотя, в принципе, вот эти гурамы уже, они большие все. Тут уже их в обиду никто не даст. Я не знаю, тут их нормально осталось у меня. Ну, как в прошлый раз. Только в этот раз у меня была выводка вообще тьма тьмущая. Я ничего не отсортировал, ни хрена, хай выживает сильнейший. Вот голодные собаки, смотрите, что творят. Видишь, что делают. Посмотри, что творится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Муси, лебеди. В общем, как-то так. Что, все, короче, вынимаем миску отсюда. А ну дайте пицелюха, да, они бесстрашные просто. Ну ва, хоть пицелем-то останется, хоть пусть разлетится по аквариуму. Ну, а ну пицелюхи перехватите, я за вас же переживаю. Чтобы вы не остались голодными. Ну вот и все, вот все и поели. Ну вот это что-то ухватили нормально. Это хорошо. Ну что, воды намутили, ну ладно, а как? Ничего, оно почистится, оно все будет хорошенько там. Потом все пучком. Так, что тут у нас? Есть кто на следующий на очереди? Пока та вот эта брехуха не вылезет со скатким, вы тут сидите все. И все, и хорош, подвязываем. С разведением, потому что некуда, негде их селить, некуда выращивать, я понимаю, но это надо еще склеить аквариум. Как минимум, чтобы освободились у меня выростники. Вот тут бы, конечно, вот тут, когда-то мне жили в этом аквариуме много тернеций разного цвета, красота, красиво было. Я туда ставил вот эту вот электронную, эту включал. Короче, электронную. Ну вы поняли, да? Вон там доедают остатки роскоши электронную. Та ультрафиолет же. Будь он не важен. Ну вот сейчас это увидим. Сколько тут осталось тернеций? А не сколько. Практически вообще их не осталось нифига. Так, ну что? Что тут у нас? А ну. Короче, не надо ее оставлять до утра. Во! Вижу. Раз. Один выброс. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, десяток уже есть. Не, пусть сидит, пока пусть сидит. Она накормлена мотылем. Так что все тут
Все хорошо. Это что, ты хоть погрызла что-то? Ну, уже начинает внизу она вот там вот сидеть. Но это уже даже должна она, я думаю, скоро дать. Если ты курва родишь, ты завтра будешь пустая и не будет ни одного малька, Валера тебя схавает. Ну шо, в общем и все. Тут посмотрели, обозрели, кстати, по поводу мха. Я сюда 4 шпычки, эти шпажки кидал. Никакой он не плавает, тонет он вместе со шпагами. Хай тонет, утонул. Я его даже прижал вот этими вот по шпажку, прижал он, видите, вот этими вот керамической фигней. Ну тут вот этот дружок, это у нас кто? Это у нас этот Ленчик. Это, да, это же Леня. Леня, короче, ее вырвал, подорвал. Ну пусть оно так и растет. Посмотрим вообще, как он пойдет. Дай бог, чтобы он не пропал и пошел он ввысь. Конечно, вот тут уже стекло, конечно, видите, само по себе уже оно от старости уже. Сюда свеженькое новое стеклышко положить прозрачное. Куда, ля, руки, я руки, раз, они никуда летят. В общем, что, гасим тут свет. Все, хорош. Балдеть. Уже пора спать. Гасим этим свет. Тут что? Тут сейчас через 5 минут там будет целое казино на той спирулине. Сейчас они сюда все постягивают свои хребты и панциря. Тут гасим свет. Этих я покормлю циклопом. Я их оставляю, я их отдельно уже сам покормлю. Без вас. Если вы не против. Гасим тут свет. И идем к бобикам. Снова. На них мы, наверное, будем прощаться и заканчивать наш фильм. А ну посмотрим. Платидорчик вылез. Оп, нифига. А значит, время рано еще. Рано. Не видно платидорика. Обычно он вылазит сюда свет. Господи, боже мой. Комар укусил за спину. Так, все, ребятухи, тогда что, все. Обнял, приподнял. Подбросил, поймал. Ого, 27 минут. А я такого видоса не катал сроду. Ну вот как бы весь процесс кормления вот столько времени у меня и занимает. Как бы вот вместе покормили. Посмотрели, как оно, что. К чему. О, там грохот идет, я слышу. Валерчик. Камни двигает. Все. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. Спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. И всех за понимание.